Здравствуйте, мои дорогие! С вами Татьяна. Мы с вами пойдем снова манго. В предыдущем видео я показала вам новогодние наряды, такие очень красивые, на пафосные, возможно, вечеринки. Но там, где наряжаются, туда нужно одевать такие красивые наряды из моего предыдущего видео. А сегодня я хочу вам показать наряды, которые более попроще. Например, вот у нас когда-то был такой Новый год, где мы встречали клубы, где у нас, конечно, был накрыт стол, мы там танцевали, и также мы ходили в боулинг. И это было тоже интересно, встречать так Новый год. Возможно, тоже у кого-то будет такой новогодний корпоратив на работе. И давайте же посмотрим, что можно одеть для такого корпоратива, что нам предлагают в магазине. Помните, друзья, я в предыдущем видео показывала вам эти товары. Это, как видите, более нарядный вариант. А мы с вами посмотрим более приземленные одеяния. Смотрите, вот такие вот кофточки можно одеть. Тоже вроде бы немножко блестит, так как Новый год. Любят очень многие девочки и женщины блестящие одеваться. Так что вот такой вариант. 1000 гривен. Это тоже 1000 гривен. За пахом. Еще вот так. Вижу палочка. Какие-то спокойные брючки. Можно одеться. 1000 гривен. Возможно, у вас есть какие-то украшения из золота или серебра. Тоже неплохо будет смотреться. Вот такие вот свитера по 1000 гривен. Джинсы здесь, кстати, по 700 гривен. Вот так вот вышито. Такой вот серенький. Эти тоже свитера по 1000 гривен. Но напоминаю, это такая демократичная одежда. Если вы где-то отдыхаете на горнолыжном курорте, например, или с коллегами куда-то пошли, такое более прохладное место. Такой вот молочный кружевной 1200 гривен. Вот смотрите, такое вот длинное платьечко. Можно под него одеть брюки черные, узенькие. Мне кажется, неплохо будет смотреться. Такая блуза 1200 гривен. Ну, это просто строгая белая блузочка. И с такой вот изюминкой. Вот красное платьечко. Тоже стоит 700 гривен. Понятное дело, девочки, это синтетика. Такое вот платье неплохо смотрится, 1500 гривен. Такого изумрудного цвета. И есть такие же черные. Это тоже 1500 гривен. Такие крупные цветы здесь. Вот какое замечательное платье желтое. 1500 гривен. Как-то где-то в стиле 30-х годов. Такое очень легкое. Красные джинсы 500 гривен. Возможно, с ними можно составить какой-то интересный ансамбль. Разнообразные джинсы по 700 гривен. Разных-разных цветов. Какой вам нужен,
можно подобрать. Помните, девочки, я вам показывала одно из моих видео, вот этот вот плащик. Такой он очень интересный, мне нравится. Сейчас он стоит 1000 гривен. Вот такое вот платье оверсайз 1000 гривен. Возможно, кому-то нравятся такие свободные покрои. Что-то мне, девочки, опять на нарядное потянуло. Вот такая вот блузочка стоит 1000 гривен. Вот такая вот красная 500 гривен. Конечно, это не натуральная ткань. Девочки, вот очень интересные брюки 1000 гривен. Такие вот широкие штанины у них. Очень необычная расцветка. Такие вот рубашки 1000 гривен. Манго сейчас масса разных бавовных, то есть хлопковых рубашек разного-разного покроя. Очень много вышиванок. Девочки, вот так 699 гривен молочного цвета. Такая спокойная блузочка. Темно-синяя 500 гривен. Такие здесь рукавчики. Такая вот 700 гривен с бусинками. Ну вот такой я вам показала ассортимент, более-менее то, что можно одевать джинсами с простыми какими-то брючками и сверху что-нибудь нарядненькое. Но это на такую не пафосную вечеринку, а на вечеринку, где все свои друзья, знакомые, либо коллеги по работе. Ну и все, друзья, удачных вам покупок. С вами Татьяна. Пока-пока. С наступающим Новым годом!